студии Международного информационного агентства «Тренд», директор модельного агентства Fashion Model School Любовь Гутрова. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, насколько развит модельный бизнес в Азербайджане? К сожалению, модельный бизнес в Азербайджане сейчас находится в зачаточном состоянии, и мы будем надеяться, что в дальнейшем он будет больше развиваться, и, естественно, модельные агентства Азербайджана тоже будут за счет этого развиваться. Как известно, неотъемлемой частью модельного бизнеса является наличие модельного агентства. Расскажите немного о работе самого модельного агентства. Модельное агентство, оно занимается поиском моделей, или же модели сами находят модельное агентство. Модельное агентство выращивает модели и предоставляют сервис для модельного бизнеса. Конкретно что это? Это fashion show, дефиле. То есть устраиваются показы мод, показы одежды, аксессуаров, шоу волос и так далее. У нас есть наш модельный сайт. По этому сайту очень часто перспективные молодые люди пытаются попробовать себя, значит, в модельном бизнесе, то есть пытаются стать моделями. Они заполняют специальную анкету, которая попадает на нашу почту, и мы проверяем, и, значит, там обязательные требования прикрепления фотографий и определенные данные. Если этот человек подходит, мы его приглашаем в модельное агентство на собеседование. По этому собеседованию мы объясняем, как происходит работа в агентстве, какие правила дисциплины модель должна соблюдать, какие виды работ бывают и так далее. То если я вижу, что модель, то есть парень или девушка, они серьезно относятся, если они, будем говорить, ответственно относятся. Да, ответственно. То есть большое значение имеет для меня тоже интеллигентность, если они могут себя подать, умеют общаться, культурные и так далее. То есть такие ребята, помимо данных, такие ребята, конечно, у них появляется шанс попасть в модельное агентство. В дальнейшем, как у нас идет обучение, мы набираем группу 2 раза в год, мы собираем группу, новые лица, то есть это новые лица, то есть агентство никогда, то есть модельное агентство не состоит только из одних и тех же лиц. То есть оно обновляется? Оно постоянно обновляется. Мы собираем группу, и 2 раза в год происходит обучение. Первая ступенька в обучении – это у нас обучение их, то есть теоретическое, то есть подробно им объясняем, какие виды работ, значит, их ждут, то есть что из себя представляет их работа. Подробно рассказываем о дефиле, как идет процесс, о фото и фотосъемки, видеосъемки, презентациях, что нужно делать на определенных этих видах работы. Помимо того, что они будут в ближайшее время работать, мы их теоретически подготавливаем обязательно. И, естественно, 1,5 месяца у них происходит обучение дефиле, изучение модельной походки. Я сама обучаю моделей, девочек и парней, для походки дефиле, и подробно объясняю, как происходит процесс шоу, что происходит за кулисами и так далее. Вот все вот эти моменты, даже курьезные моменты. Какие курьезные моменты могут происходить во время шоу? Как выходить из этих ситуаций? Например, что нужно делать? Рассказать можете, как вам? Бывают ситуации, когда модель не успевает переодеваться. Mm-hmm. Вот что-то случилось, и... Форс-мажор. Да, форс-мажор, да. Ситуации разные случаются. Или же у модели замок, который даже ломается замок, получается вот этот вот момент, не могут застегнуть замок и так далее, там, или что-то с обуви случается, что-то там с волосами случается. Даже во всем мире, то есть мы работали с итальянскими дизайнерами, которые рассказывали, что у нас это очень часто случается, да, случаются курьезы, случаются ситуации. От этого невозможно застраховаться. Но, конечно, профессиональный опыт помогает выйти из любой ситуации. Ты уже начинаешь как-то быстро соображать, вот в короткий промежуток времени ты начинаешь думать, что можно сделать так, чтобы никто ничего не понял. Когда у нас происходит этот процесс обучения, я всегда новичков, я им... обязательно рассказываю про курьезные ситуации. Их нужно готовить, чтобы они были готовы, да. Потому что различные ситуации бывают, и нужно быть готов, и надо знать, я даже говорю, девочки, даже если такое случается, вы идете по подиуму и вы упали. Я говорю, мировые звезды падают на подиуме. Одно дело, как вы падаете. Если вы падаете и встаете, и потом теряетесь и не знаете, что делать, а если вы встали, улыбнулись, встряхнулись и пошли, да, тогда еще вам поаплодируют, и вы запомнитесь, и как бы, то есть вас будут помнить, вот, те другие прошли, о них забудут, а вы запомнились, да, то есть...
Поэтому, то есть я им рассказываю жизненные ситуации, рассказываю то, что в реальности есть. У нас есть определенные правила в агентстве. Мы обязательно даем моделям правила, которые они должны соблюдать. Эти правила каждый раз пополняются. У нас появляются новые и новые пункты. Откуда появляются эти пункты? Они появляются из жизни. То есть мы работаем, случаются какие-то ситуации, и мы записываем обязательно этот новый пункт, которые модели должны соблюдать. Допустим, не опаздывать, там, выключать мобильный телефон, в аудитории, когда идет съемка, не переговариваться или же не там, встревать в беседу режиссера и так далее. То есть у нас очень-очень много пунктов, которые или же не корректировать, не поправлять организаторов мероприятия. То есть мы постоянно дополняем какие-то пункты, они выходят из жизни именно вот с рабочей ситуации, с рабочей практики. А что грозит моделям, если, например, они нарушили какой-то штрафуем, мы штрафуем. Например, смотря что. Разные, мы работаем с разными людьми, то есть уже у меня и опыт с людьми такой широкий, благодаря своей работе, очень широкий опыт вообще, как, я уже как психолог стала, уже разбираюсь в людях. То есть разные девочки бывают, разные семьи бывают. Ты изучаешь людей, есть ответственные, есть безответственные. Есть, которые поддаются обучению, есть, которые поддаются, а есть, которые хотят, но не получается, не могут. Закомплексованные, очень много у нас закомплексованных моделей. То есть не очень много, но есть закомплексованные молодые люди, с которыми приходится очень долго работать. Есть данные, хочется, чтобы эта, эта модель обязательно раскрылась и работала. Но из-за того, что есть эти комплексы, они не могут общаться, они скованы, они не могут работать перед фото, видеокамерой, они на подиум выходят, они прячутся, прячут голову, опускают голову или еще что-то. Вообще очень, да, вот такие моменты у нас случаются. У нас есть такая модель, будем говорить, она популярная модель, Смира Новрузова, она бестмода 2008 года. И сейчас она одна из наших ведущих моделей. Над этой девочкой мы на самом деле очень долго работали. У меня даже опускались руки. Я думала, что да, на самом деле, наверное, с нее ничего не получится. У нее хорошие данные, у нее хорошие модельные данные. Многие даже, я говорю, вот европейские дизайнеры, с которыми мы работали, они обращали на нее внимание, на ее данные. Но вот у нее присутствует этот комплекс, она очень долгое время не поддавалась работе. То есть ее выбирают, но потом поступают жалобы от режиссеров, от фотографов, что она зажатая, что с ней очень тяжело работать, она не может раскрыться и так далее. Но все-таки процесс пошел. Долго мы бились, процесс пошел, и сейчас она уже, я говорю, вот, начинает раскрываться, уже становится как профессиональная модель, работает и так далее. А есть такие модели, которые приходят, у них нет никакого опыта, и ты посылаешь их на первое мероприятие. И первое мероприятие у них проходит блестяще, они раскрываются, работают, как будто они всю жизнь работали моделями. Все-таки есть. Это как вы думаете, это врожденное или это приходит со временем? Для кого-то, вы знаете, это все-таки индивидуальное качество. Кому-то нужно, чтобы это со временем пришло. Вот как Эсмире нужно, чтобы она долго находилась в таком пространстве, чтобы она долго привыкала, она вот оттаяла, чтобы она привыкла, чтобы она раскрыла, чтобы какой-то комплекс, который, может быть, какое-то время, наверное, вот, мы будем говорить, что он надвисал над ней, чтобы вот это все ушло и она раскрылась. Потому что я видела, что внутри она хочет раскрыться, но что-то вот какое-то мешает. Вот, да, что-то мешает, да. А есть такие ребята, которые, да, врожденные, они с детства уже раскрепощенные, улыбаются перед камерой, у них нет никаких комплексов, они общаются, общительные, нет никаких проблем. И да, это все-таки внутреннее качество, индивидуальное качество у тех, которые скрываются. Ну, над кем-то нужно долго работать. Есть такие ребята, на которых вообще ничего не получается. Есть модели, которые приходят, они очень настойчиво добиваются, их не выбирают на кастинге, они, допустим, кого-то выбирают, а их нет. И они потом в дальнейшем раскрываются, становятся хорошими моделями. Пробивные, так сказать. Пробивные, да, которые верят в себя и знают, что нужно устойчиво, усердно над собой работать. И все у них получится. Сейчас, знаете, молодежь, она какая, да, они... Никого не слушают, они вроде бы слушают тебя, но летают в облаках, у них это все очень так, все в розовых очках все это представляют, они, некоторые молодые люди представляют, что это как тусовка, они придут, вот с новичками такое случается, первая фотосъемка, они думают, что ну это как реклама, 15 минут я приду и уйду, на самом деле нет, съемочный день может затянуться до 8 часов съемка, да, столько людей работают, то есть и над моделью, и над фотосъемкой и так далее, поэтому некоторые именно уже в начале начинают ломаться, они понимают, что нет, мне это не устраивает, я не могу,
весь день, и как это вообще вот это все. И, а если показ устраивается, то это вообще работа не одного дня. Да. Обязательно бывает кастинг, потом идет примерка, потом идет репетиция, все это происходит в разные дни, потом идет само мероприятие, в день мероприятия идет генеральная репетиция, генеральный прогон, потом идет само мероприятие. То есть это уже работа на несколько дней. Да, и поэтому, если есть такие молодые люди, которые думают, что работа в агентстве это просто или реклама, которая идет там 30 секунд, то и она будет сниматься тоже 30 секунд. 30 это секунд, на самом конечно. Деле не так, это большой такой труд. И если вы на самом деле хотите себя посвятить этой профессии, нужно не просто надо гореть душой. Если у вас есть какие-то данные, этого мало. Обязательно нужно усилия, обязательно нужно работать над собой, добиваться чего-то и не останавливаться. Если ты останавливаешься, твои конкуренты начнут наступать тебе на пятки. И поэтому нужно постоянно работать, не останавливаться, тогда успех гарантирован. Ваши модели преобладают больше модели мужчины или женщины, девушки? Конечно же, это и много ли мужчин? Моделей? Да, мужчин. Модели, конечно же, модели у нас больше девушек. Это да, это и во всем мире, то есть модели девушек больше, чем модели мужчин. Почему? Потому что потребностей в моделях девушек больше, чем в моделях мужчин. В рекламе, в показах, в фоторекламе и так далее больше используются девушки, нежели мужчины. Самое интересное, что наблюдается. Анкет моделей парней и гораздо больше. Красивых парней приходит очень много, интересных парней приходит очень много. У нас большое количество, в принципе, для нашего рынка у нас достаточно. У нас около 30 парней моделей и около 40, я уже новичков не считаю, потому что у нас процесс обновления постоянно идет, около 40 профессиональных обученных моделей. И девочки у нас постоянно работают, а модели парни, к сожалению, работают меньше, работы у них мало. Всему миру, во всех мировых агентствах существует специальный департмент, да, он называется скаутинг департмент, где занимаются специальным поиском моделей. Они не только в своей стране занимаются этим, они выезжают за пределы. И я вам скажу, что есть такое крупное модельное агентство IMG Models. Да. Значит, скауты этого агентства, они вышли на наше модельное агентство и приехали к нам, приехали конкретно, то есть в наше модельное агентство, и мы проводили кастинг для этого модельного агентства тоже. То есть у меня есть контакты с этим модельным агентством, и когда у нас появляются новые лица, если я знаю, что это подходит под их стандарты, мы делаем тестовые фотографии, отправляем им для ознакомления. Мы можем посылать, допустим, наших моделей за пределы Азербайджана, работать в других модельных агентствах. Проблемой является, конечно же, это наш менталитет. Это может быть в какой-то степени отсутствие дополнительной правильной информации, и, естественно, многие родители, они неграмотные, и напуганные различными, неосведомленные, они подробно, то есть как бы они не знают, как работают модельные агентства, чем они занимаются, какая-то ложная информация, или вообще даже есть такая информация, да, существуют и различные непонятные модельные агентства, которые занимаются не своей профессиональной деятельностью. Да, это все на самом деле препятствует этому. Есть крупные, серьезные модельные агентства, которые знают весь мир, и я так думаю, что если у кого-то появляется такой шанс, одного модельного агентства, то есть нашей работы мало, нужно, чтобы еще родители тоже заинтересовались, и если это их волнует, и они хотят, чтобы у их детей, дочерей было будущее в модельной сфере, в профессиональной модельной сфере, они должны, естественно, я думаю, открыть двери для своих детей. Вы сказали, что модельное агентство IMG заинтересовалось нашими моделями. Да. Это значит, что наши модели соответствуют мировым стандартам моделей? Наши стандарты, которые у нас больше всего котируются, они немножко завышены. То есть, что конкретно завышено? Я имею в виду формы. Если европейские модели, они более худые, их бедра даже не 90, а 85, 87, 89, 90 – это максимум.
И у нас, конечно же, данные завышены. Почему? Потому что у нас клиенты, которые обращаются в наши модельные агентства, наши модельеры, дизайнеры, для фото, для видеорекламы, бутики и так далее, они предпочитают более крупные формы, более крупнее, чем, допустим, европейские формы. Поэтому в своем агентстве я стараюсь работать сразу на нескольких клиентов. У меня есть худые, стройные модели, у меня есть модели более крупными формами, учитывая вкусы всех, потому что мы сейчас работаем, да, к нам приезжают европейские модельеры, модельеры с Израиля приезжали, итальянские модельеры, популярные, то есть модельеры приезжают. И поэтому мы работаем на два рынка, чтобы когда делали кастинг в нашем агентстве, они могли найти европейских моделей с европейскими стандартами. От чего зависит востребованность самой модели? От чего зависит востребованность самой модели? Конечно же, тут два главных фактора – внешние данные и внутренние качества. В этом залог и успех любой модели. Если отсутствует какой-то из этих качеств, тогда уже модель не может быть успешной, если у нее нет качеств. Внутренние качества. Вы что подразумеваете под внутренними качествами? Внутренние качества. Настойчивость. Настойчивость, целеустремленность, дисциплинированность, умение работать над собой и обязательно уметь преподнести себя и показать себя в выгодном свете. Надо уметь себя так преподнести, чтобы остаться в глазах. Для этого нужно уметь себя, просто нужно уметь себя преподнести, то есть выйти. Должна быть хорошая, красивая осанка, умение подать себя, улыбнуться правильно и так далее. Я всегда пример привожу им голливудских звезд. Я говорю, посмотрите, пожалуйста, на голливудских звезд, как они себя ведут, как они разговаривают, какая у них осанка, какая у них грация, как они улыбаются. Может быть, супер красавица, но если вы выходите, если вы сутулитесь, если вы не улыбаетесь, если у вас плохое настроение, у вас болит зуб или что-то вас тревожит, вы волнуетесь, вы сразу гаснете. Вы сразу меркнете, и уже вас никогда не запомнят, и значит, вы не сможете пройти кастинг. Поэтому нужно всегда ответственно относиться к своей работе. Ваша работа заключается в том, чтобы уметь себя преподнести. Одних данных мало. В Америке есть различные реалити-шоу касательно модели, отбору моделей, например, топ-модель по-американски. По-американски или, например, модельная школа Джей Диккенсон. Как вы думаете, что-то такое подобное внедрить в Азербайджане можно? С удовольствием. С удовольствием. Хотелось бы сделать что-то такое у нас обязательно. Да? То есть в перспективе будем стараться что-то похожее сделать. Но проблема существует в том, что, опять-таки, это с развитием модельного бизнеса. Если бы у нас настолько широко был развит модельный бизнес, как в Соединенных Штатах, конечно же, это было сделать гораздо легче. И хочется найти хорошую профессиональную команду, с которой можно будет сделать хороший, качественный проект, и чтобы сказать, да, вот это было здорово, это было на 5 отлично.